Меньше границ, больше возможностей. Именно так проще всего объяснить стремление Украины стать частью единой семьи, состоящей из демократических европейских государств. Членство в Европейском Союзе невозможно без соблюдения одинаковых принципов свободы, демократии и верховенства права. Европейский Союз последовательно помогает украинской власти и обществу в проведении ряда реформ. И хотя этот процесс проходит не так быстро, как хотят украинцы и как ожидают европейцы, по мнению иностранных экспертов, самые важные шаги на этом пути уже сделаны. И эти изменения хорошо заметны прежде всего в обществе. Нет, вы не топчетесь на месте. У вас идут тектонические сдвиги. Мы это заметили еще где-то в 2012-2013, еще до событий. А знаете, на примере чего? На примере молодежи. Они говорят, ну знаете, мы не хотим жить, как наши родители. Я говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, мой папа инженер, но он уехал в Россию на стройку или уехал куда-то там. А я хочу, чтобы мой папа жил тут. Я говорю, а почему не может? Потому что тут мало платят. Или тут не может найти работу по профессии. Он мог найти, но если бы дал кому-то там деньги за это. Я говорю, а это плохо? Да, это плохо. И вот это, и они говорят, мы хотим жить по-другому. Сегодня Украина находится на том переходном уровне, когда к мнению общества прислушиваются. Такое достижение далось нам слишком большой ценой, и это в очередной раз доказало, что украинцы способны на дальнейшие, не менее важные шаги. Произошел большой сдвиг в том плане, что был создан политический народ. То, чего раньше не было. Сейчас власть очень внимательно прислушивается к голосу общества. Раньше тоже такого не было. Конфликт Украины с Российской Федерацией – это закономерное следствие борьбы за независимость, считают эксперты. Ряд высокоразвитых европейских стран проходили этот путь ранее, и для многих он был не менее тернистым и болезненным. Для Украины есть много достойных примеров, а вскоре она сама может стать примером для соседа-агрессора, уверены в ЕС. Это процесс образования государства, борьбы за независимость. Это действительно есть борьба за независимость. Вот это проходили европейские страны в начале 20 века после окончания Первой мировой войны. Это один процесс. Второй процесс – это процесс вот модернизации, реформ. Процесс, который проходили, вот, например, Чехия, Польша, которыми проходили в 90-х годах. Вот у вас накладывается этих несколько процессов на себя. К тому еще вот Россия, конечно, не хочет это видеть, чтобы эти изменения шли, потому что вы станете успешными, это будет такой пример для россиян, что, тот, как я говорю, эта волна перельется даже туда. Поэтому накладывается третий процесс вот этого внешнего военного вмешательства. Поэтому, да, в этом плане у вас уникальная, к сожалению, и, может, не знаю, на счастье, ну, скорее всего, к сожалению, такая ситуация. Последние годы за событиями в Украине пристально наблюдает весь мир. И даже если временами эта тема уходит с первых полос, она все так же актуальна, потому что путь Украины к своей цели только начинается.